чё стоите-то? В Екатеринбурге в автобусе 083 номера на улице Токарей, а конкретно на автобусной остановке Репина, приключилась драчка. Можно сказать, очередная драчка пассажира с кондуктором восточных кровей. Декорация такая. В автобус вошли мужчина и женщина. И кондуктор тут же, без объяснения причины, стал их выгонять на улицу. Ну, типа, фейс-контроль не прошли. Оказалось, эту парочку кондуктор не единожды видел в своем автобусе в часы пик. И запомнил. Потому что после выхода этого дуэта у пассажиров что-то пропадало. Кондуктор заподозрил, что это щипачи, карманники. И дабы уберечь пассажиров от потери денег, решил подозрительную пару тупо выгнать. Выходи, нам надо ехать. Раз. Нам тоже надо ехать. Все, раз. Два. И что? Нам тоже надо ехать. Мужчина, возьмите, сейчас я полицию вызову. Давай, вызывай. Вызывай самолет. Сейчас полицию вызовем. Подожди, я тебе говорю. Мы за проезд вам передаем. Не надо, то проезд тоже у вас не нужен. Причина. Выходим, давай. Причину назови мне. Не конкретно ворует, заходит. Вот причина. Ты отвечаешь, что ты базаришь, слышишь? Зачем снимаете? Изгоняемый мужик-пассажир высаживаться категорически отказался, и у него с кондуктором вышла стычка. Ну как тоже стычка? Так, одно недоразумение. Потрогали друг друга за грудки, да и все. До мордобоя дело не дошло. Завершился конфликт тем, что всех пассажиров из автобуса высадили, подозрительная дамочка сразу же свинтила вдаль, а ее спутник с кондуктором остались на остановке ждать полицию. Потом обвиненного в карманных кражах мужика увезли в ОП на допрос. Его личность установили, выяснили, что он вроде бы как же был судим, но пока на него никто заяву не писал, так что его, естественно, отпустили домой. А в ОМВД Екатеринбурга заявили, что если причастность этого человека к хищениям имущества пассажиров подтвердится, то он, конечно же, будет привлечен к ответственности. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.